Мир состоит из семи цветов, говорят немцы. Белый цвет – это цвет снега, суровой зимы. 9 месяцев длится она на Ямале. И лишь в конце июня приходит голубой цвет. Цвет неба и воды. Весна смывает с бесконечной тундры холодную белизну. И приходит новый цвет. Цвет лета. На север, к тучным пастбищам, на север. Олень — это песня тундры. Ее радость, ее жизнь и стремительность. Это душа оленевода, его ловкость и удаль. Подобно приливам и отливам жизнь оленеводов. Недолго пробудут они здесь и снова в путь по древним тропам кочевий. Тундра. Холодное слово. Она представляется пределом живой природы, концом обитания. Поэтому и назвали ее когда-то Ямалом, краем земли. Такой бы она и осталась, холодной арктической пустыней, если бы не приходили в ее пространство, к ее озерам и рекам оленеводы, рыбаки, охотники. Тепло домашних очагов – это еще один цвет тундры. Тепло гостеприимства, когда уже раскурены трубки, и беседа все тлеет и тлеет.
Мир состоит из 7 цветов. Свой цвет и у коротких летних сумерек, когда солнце, не коснувшись горизонта, снова начинает подниматься. Когда вечер встречается с утром, ночи нет. Синий цвет – это цвет рыбацкой страды, это цвет щедрых уловов. Говорят, что зима из тундры никогда не уходит. Она близко. Она под ногами. Здесь, в этих подземных хранилищах, всегда мороз. Вечная мерзлота. Суровы краски Заполярья, но теплеют они от прикосновения рук человека. Человек обживает тундру, как рает вновь сколоченный просторный дом. На смену темным цветам чумов приходит новый цвет. Его не знала еще тундра. Золотистый и радостный цвет свежей стружки, цвет дерева,
расцвет новых поселков. Отсюда вглубь тундры уходят новые дороги. Невидимые глазу, воздушные. И те, которые проложили здесь изыскатели, геологи, буровики. Но это вызов природе, это мужество. И там, куда дотянулись эти дороги, встают все новые и новые буровые вышки. Ямал – край земли. Но почему край? Здесь, у самых берегов Ледовитого океана, начинается новая история Заполярья. Десятки и сотни газовых фонтанов вспыхивают сегодня по всему Ямалу.
А завтра от этого крупнейшего месторождения возьмет начало самая мощная в мире газовая магистраль. Этого цвета тоже никогда не знала тундра. Это не край земли. Ямал сегодня передний край преображенной советской земли.